23 января в городе Великие Луки состоялась встреча прокурора Псковской области Тимура Мурадиновича Кибекова с представителями бизнеса. В мероприятии приняли участие глава города и глава администрации, представители бизнеса и средств массовой информации, председатель Великолукского отделения торгово-промышленной палаты Псковской области, председатель Великолукского отделения Всероссийской общественной организации «Опора России», сотрудники аппарата прокуратуры области и прокуратуры города Великие Луки. В вступительном слове прокурор области заявил, что целями встречи являются получение достоверной информации о состоянии законности в сфере предпринимательства и максимальное предоставление информации о работе органов прокуратуры. Кроме того, Тимуром Мурадиновичем предложено прокуратуре города Великие Луки в взаимодействии с предпринимателями в этом году сделать акцент в надзорной деятельности на таких направлениях, как размещение заказов для муниципальных нужд, выдача различного рода разрешений и заключений, регистрация прав и сделок, рассмотрение обращений хозяйствующих субъектов и многие другие. Первый заместитель прокурора Псковской области Эльмира Фаритовна Канаева довела до сведения присутствующих итоги проведенных органами прокуратуры проверок по поступившим на прошлой встрече обращениям от предпринимателей. В ходе встречи от предпринимателей поступили вопросы, касающиеся утверждения перечня объектов имущества для поддержки предпринимателей и приостановления регистрации сделки аренды части помещений. Подводя итог, прокурор области подчеркнул, что позитивный эффект от встреч очевиден, вместе с тем на создание благоприятного бизнес-климата могут и должны влиять предприниматели. По завершению мероприятия участникам была предоставлена возможность попасть на личный прием прокурора области.